All right, you good? Okay, come on now. I'll go this way. And to the hardworking men and women of the EPA, it's a new day. What she does, mixing the young designers and established international designers and mass market brands, sends a very strong signal to millions of women, because she sets an example of how to do it. И в ее самых первых строках обязательства. И этот уникальный шанс мы должны максимально использовать, не теряя темпов развития страны. Наверное, должна быть немножко в тени женщина, хотя она, наверное, делает очень большую работу какую-то общественную, идет все. Поэтому надо отдать должное, чтобы женщины должны быть немножко около великих людей, были бы сзади, чуть-чуть в тени. Хотелось бы видеть в детских приютах детишек по головкам гладить, вот, каких-то благотворительных проектах, да, было бы очень хорошо. Если она будет какие-то политические заявления делать, будет не очень уместно. The Institute of First Lady in Russia is still quite young. So there are no, you know, huge expectations on the part of the Russian public. Сказать огромное спасибо за вклад, действительно, в такой музыкальный подарок. Эта женщина нашла свое место рядом с таким мужчиной, с президентом страны. Это непросто, но, по-моему, ей удалось. И посмотрим еще, кто лучше. А Мишель или наша Светлана? А вот я бы поспорила. Наша.